Привет, друзья! В этом видео я хочу показать свой коллаж намерения, который я сделала на нашем марафоне по выходу из кризиса через творчество, марафон психологической самопомощи. Внизу оставлю ссылки. Марафон этот на самом деле отснят полностью, он двухнедельный, его может теперь каждый пройти самостоятельно по тому контенту, по тем ссылкам, которые я оставлю внизу. И мы делали коллажи намерения под Новый год. Каждый делал свою работу, абсолютно разные, и не обязательно коллажи. Кто-то рисовал картины, кто-то карты желаний. Ну, я сделала две работы, про одну из них, вот эту, я уже, есть у меня отдельное видео. И вторая вот эта работа моя была сделана на запрос из страха в изобилие. Но на самом деле запрос был, как заработать на любимом деле, даже не столько заработать, сколько сделать это дело, ну, приносящим плоды, скажем так. Вот. И сейчас я подробнее расскажу, какие здесь были заложены смыслы, этапы, и потом подмонтирую, да, я снимала в процессе создания, я обычно снимаю кусочки вот этих этапов для того, чтобы было видно ход мысли, да, для того, чтобы зритель мог получить какие-то резонансы, идеи, то есть свои какие-то отклики, и, может быть, какими-то идеями воспользоваться на свой манер и взять их для своих собственных творческих работ, проработок. Ну, в общем, смотрим. Я сейчас села делать свой личный триптих. Вот это была тоже тема самореализации, у меня недоделанная. Я ее возьму за базу эту. Мне хочется использовать вот эту картину в перевернутом виде. Мы когда с Жанной говорили, ну, она надиктовала свои ассоциации, да, на вариант вот такой и на вариант такой. Но вот у меня есть свои ассоциации. Мне здесь вот видится некая такая природа, озера и вот эти вот события, которые вверх как бы вот устремлены, как-то вот вверх, как птицы. Вот, а это мне идет как всевидящее око, собственно, к чему я стремлюсь. Потом я хочу в этой работе использовать еще, была у меня сделана такая проработка, про которую я говорила. Здесь такая акварелька. В общем, это было вот такое. Вот такое вот. Примерно, да. Здесь было нейрографированы цели. Ну, вот я показывала, да. Эта диагностика у меня была вот такая. И она была для меня нересурсная, диагностическая. Я ее убрала и перерисовала на более гармоничные, где у меня мои цели как бы закружились в красивую мандалу и дали плоды. Вот, это плоды. Плоды я отрезала, но вот что-то мне захотелось их отрезать. И сейчас я буду, ну, естественно, без камер, да, думать, как сделать этот триптих. Может быть, там как-то кусочки доклею, да, может быть, как-то вот так будет, да, что-то вот в этом роде, я подумаю. Здесь тоже буду использовать. И, кстати, интересно то, что картина была сделана на запрос Жанны про страхи. И работа уже, оказывается, у меня это уже дала название «Из страха в изобилие». Страх, что не получится, страх, что усилия потратятся зря. Это с чего мы начинали нейрографировать.
что будут препятствия, что не хватит энергии, времени и внимания. Вот такие вот страхи были прорисованы. Ну, вот здесь показываю запчасти для своего коллажа. Это рисунки, это фоны акварель, на акварельной бумаге. Это сделанная подложка из картона. Вот она у меня на скотче такой гармошкой сделана. В своем выполнена. Творчестве пользуюсь поговоркой. Использую все, что под рукой, не ищи себе другое. Вот у меня были какие-то обрезки картон. И я прямо из них составила вот так. И вот это я есть им самое основное, да, где цели, все гармонично связано, такая некая мандала у меня. Я ее хотела вначале на стыке вот здесь, вот, но потом решила, что она будет портиться из-за сгиба, и я ее перенесу сюда. Вот, что уже чувствую, ну, во-первых, что я уже заложила сюда. Мандала у меня была, вот это кусочки разрезанной мандалы, вырезанные, то есть это кусочек серединка у нас, вот это вот такое пространство любви, которое у меня здесь в розовом цвете олицетворяется, и вот эти плоды. Я решила любовь из будущего, да, это вот условно будущее наше, с плодами, с изобилием, с гармонией. Передать вот сюда вот, как бы в настоящее, вот сюда, да, то есть это настоящее у нас. Это у нас символ прошлого. Мы эту страницу как бы перелистываем, берем из опыта в ресурс. Я, кстати, решила, что здесь нужно будет сделать аффирмацию «опыт в ресурс», да, такая как фраза. Красный цвет даже с таким коричневым у меня символизирует энергию и заземление. Вот, даже уже вижу, что здесь хочется потом пообводить эти пятна еще более так сделать по-интересному. Вот, ну и в чем концепция? Значит, к этой гармонии мы приходим, да, при переворачивании страницы. Здесь у нас тоже плоды, и здесь у меня останется место уже непосредственно до следующего уровня как бы материализации. То есть это будет уровень уже, ну, некого такого планирования. Сейчас я уже выхожу на ту деятельность, да, которой я хочу заниматься. Вот она такая многоплановая. И вот здесь вот, скорее всего, я просто распишу, наверное, на уровне идей, концепций, принципов, вот тут вот свою деятельность, да. Ну, вот как-то так. А еще хочется сделать вот это вот всевидящее око, хочется сделать символ Бога, смотрящего вот на вот это все. То есть в треугольник заключить. Хотела, вернее, забыла сказать самое главное. Метафора вот этого сгиба у меня – это некая такая неизвестность из настоящего в гармоничное, счастливое будущее с плодами, с изобилием и со всеми делами. Как я это реализовала? Я сделала вот… Ну, как бы я назначила вообще вот техники обрывания, да, края. А как вот, ну, что-то там продолжается, но, ну, как бы многоточие, да, такое в жизни. И здесь тоже что-то там перед этим, ну, не секрет, да, что в арт-терапии лево – это прошлое, право – это будущее, вверх – это мысли, низ – это… как бы действие получается. Ну, в общем, я сейчас говорю про вот эту некую такую разрыв, пропасть и так далее. Вот она на самом деле у нас действительно такой разрыв. Вот, но при этом мы понимаем, что вот если мы вот так вот схлопываем, да, то как такового времени и нету. То есть можно
В общем, можно вот этими плоскостями играть, как некими такими измерениями. Ну, я, как и хотела, сделала треугольник всевидящее око. У меня немножко размазался, но ничего страшного. И вот здесь вот я поработала с прошлым. Я кляксы, которые оранжевые у меня, желтый такой свет, радость, ресурс. А оранжевый — это интерес. И я такие цветы прорастила из прошлого. Как бы вот эти вот такие цветы, одуванчики, как бы вот оттуда они идут, да, вот. И просто вот в реализации просто наклеиваем аффирмацию, опыт в ресурс, имеется в виду вот то, что делалось год назад. Здесь у меня на самом деле вот это была картина, которая мне помогала очень сложный период в жизни пройти. Я его так вот рисовала. Я свободно летаю, балансирую. Себе тогда программировала этой аффирмацией, вела эмоциональный дневник и, в общем, прошла такую достаточно большую турбулентность в событиях. Ну вот я так вот с волшебством, с крыльями, вот по маленькой ниточке. Так что вот это у меня олицетворение прошлого, пусть так и будет. Я даже не буду ничего, наверное, тут менять. В принципе, оно в таком виде мне нравится. Вот. И здесь я его взяла, да, в ресурс. И провела из этого ресурса прямо вот контуром золотым. Провела такие энергетические потоки. Вот ближе показываю. Вот такой объем, объемная линия, которая даже несколько их, две. Вот, и это все дело наполняет «я есть в настоящем», да. Ну, я думаю, что мы эту пропасть быстренько перескочим и окажемся уже вот здесь. Эту часть я доделаю чуть позже. Концепция у меня появилась. Здесь я доклеила недостающие части, сделала такую как бы заготовку. Тоже получается достаточно сложная такая вещь. Ну, я люблю такие штуки. Вот так. Ну, коллаж намерения мой уже готов. Вот у меня прошлое, которое уже я даже не смотрю. И даже вот это настоящее, которое было еще неделю назад настоящим, все-таки я себя уже вот в этом периоде ощущаю. Кстати, кусочек прошлого виден. Вот так. Здесь у меня я прописала какие-то аффирмации. На самом деле мой запрос был двинуть в мир мой проект «Самар-терапия», который я веду уже давно, но он пока еще был такой совсем не популярный. Вот, и сейчас у меня уже концепция отрисовалась. Тут у меня интересные такие детали появились. Метафора. У меня пришла метафора в виде «я на облачке», которая, в общем, по вибрационной шкале, так скажем, опускается тут к народу, вот, в зависимости от того. Потому что все-таки моя деятельность, она, я вижу, как умение опускаться в драму, да, и помогать из нее выходить. Вот, здесь у меня уже такая денежная, денежный такой вот момент, потому что все-таки трудно заниматься чем-то без реальной отдачи. Вот. То есть я себе здесь сделала такие аффирмации. Кстати, выполняла я это все под очень прикольную медитацию. Медитациями по успеху я поделюсь в
в описании к видео. Действительно, ну, то есть на самом деле надо все задействовать. Здесь у меня прописаны цели, здесь у меня такой икигай, схема икигай. Икигай — это предназначение по-японски, то есть есть здесь определенная схема. Вот. Ну и, в общем, посмотрим, как это будет работать. Итак, опыт мы перевели в ресурс, со страхами поработали, икигай обозначили, цели загармонизировали, вперед, уже свершается будущее прямо в настоящем.